Следующий атрибут — это вечность Бога. И определение высвечено здесь у вас на слайде. Бесконечность Бога означает, что Бог существует бесконечно. Он не имеет начала и никогда не перестанет существовать. Что ж, по этой части не возникает никаких споров и разногласий среди христиан. А вот по следующей части возникает. Есть две различных концепции вечности. Первое, и опять же, все высвечено здесь на слайде, и этой концепции придерживались на протяжении многих веков все христиане, а также и иудаизм. Это вневременная вечность. Вечное существование вне времени. Нет ни местоположения во времени. Нельзя сказать, что он существует лишь в августе, скажем, 2011 года, или он был в сентябре 2001 года, когда случился теракт, когда произошло нападение на башни-близнецы. И он вне временного измерения, скажем, нельзя говорить о том, сколько ему лет. Нет смысла об этом говорить. О нем нельзя сказать, что он, скажем, прожил на земле всю вторую половину 20 века. Потому что если он вне времени, то он не подчинен времени, ограничениям времени. И это также означает, что он не может быть живым только лишь в каком-то конкретном месте, в какое-то время. И, как я уже сказал, вот именно так в основном понималась вечность Бога в христианском богословии. И, конечно, это согласуется с классическим взглядом, но это не единственное понимание. Есть еще и другое, которое также высвечено здесь на слайде. Временная вечность, вечное существование во времени. В случае с Богом это означает, что Его существование вечно во времени. Оно бесконечно простирается как в прошлое, так и в будущее. Некоторые из тех, кто придерживаются такого взгляда, заявляют, что об этом есть смысл говорить только после того, как Бог сотворил все. Потому что только после появления Вселенной появилась возможность измерять время. Мы с вами измеряем время. Мы знаем, что Земля вращается вокруг своей оси, а также вращается вокруг Солнца. Но до того, как Вселенная была сотворена, существовал лишь Бог, а у Него нет физического тела. То как Он может измерять время, потому что время измеряется на основании каких-то физических изменений. Поэтому есть те, которые говорят, что после того, как Бог сотворил Вселенную, Он стал во времени. И до тех пор, пока что-то будет существовать материальное, то у нас будет временной Бог. Но до того, как все было сотворено, Бог был вне времени. Потому что время измеряется, как они утверждают, только на основании каких-то изменений в физическом мире. Что ж, какую из этих двух точек зрения, временную вечность или вневременную вечность, мы с вами должны принять? И на основании Библии трудно сделать вывод о том, является ли вечность Бога временной или вневременной. И вот в моей книге вы можете прочитать целую главу, посвященную вечности Бога, и там я выступаю за временную вечность. Но в своей аргументации я не основываюсь в основном на Библию, потому что Библия не дает нам никаких указаний на этот счет, чтобы мы могли принять решение. Этот вопрос по своей природе более философский. Что ж, затем библейское учение по поводу вечности Бога.
И здесь нам следует сказать, что учение Писания разнообразно. И в материалах курса вы можете найти разные темы, поднимаемые в Писании. И оставлено место для того, чтобы вы сами могли вписывать туда тексты из Библии. Но давайте все-таки быстро просмотрим все эти темы. И прежде всего, Писание учит о том, что Бог существовал бесконечно в прошлом. Вы не можете в прошлом найти такой момент, когда Бог не существовал. Второе, Бог существует бесконечно в будущем. И точно так же в будущем не будет такого момента, когда Бог не будет существовать. Третье, Бог существует бесконечно всегда. В любой момент времени мы можем сказать, что как в прошлом, так и в будущем Бог существует. Его существование бесконечно. Нет начала, нет конца. Четвертое. Писание также учит о том, что Бог существует до сотворения мира. И есть много текстов в Писании, которые вы прекрасно знаете, которые об этом нам говорят. Пятое. Божьи цели и решения берут начало до сотворения мира. Другими словами, не было так, что Он в один день решил, «Ну, давайте-ка я сотворю эту вселенную», а затем, сотворив ее, подумал, «Ну, что-то мне не нравится, надо было бы все сделать иначе и по-другому выстроить историю этой вселенной». Нет, все решения обо всем, они исходят с самого начала, еще до сотворения мира. И Христос был предопределен как Спаситель и как Искупитель еще до сотворения мира. Будучи вечным, Бог заслуживает доверия. Это прекрасная истина, которую мы находим в Писании. Идем далее. Вечность Бога подразумевает Его суверенность и авторитет. Речь не просто о том, что Он существовал больше, чем мы, и Он больше, чем мы. И есть тексты, которые я привел в своей книге «Нет подобного Ему», которые показывают, что так как Он существует вечно, то у Него есть авторитет, есть власть управлять всем. Если у вас какие-либо вопросы вот по этим ненравственным атрибутам, которые мы с вами разобрали. ТВ-семинаре – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Да, пожалуйста. Вот онтологическое присутствие. В чем разница между онтологическим присутствием и фактическим присутствием? Я использую эти термины, я бы сказал, как синонимы. Я решил использовать термин «онтологическое присутствие», потому что я говорю о присутствии самой сущности Бога. Кто-то может использовать термин «фактическое присутствие», но при этом кто-то может подумать, что вот мы с вами присутствуем здесь физически, но если мы не разговариваем друг с другом, и один из нас не смотрит, скажем, на другого, то он может вообще не знать, что второй человек рядом с ним находится. Поэтому мне представляется, что именно онтологическое присутствие, а не нравственное или физическое, вот этот термин более ясен, он не такой двусмысленный, чем, быть может, некоторые другие. Но я думаю, что вот когда вы говорите «фактическое присутствие», я думаю, что это почти то же самое, что я имею в виду, когда говорю об онтологическом присутствии. Другими словами, мы оба говорим о том, что присутствие на самом деле происходит. Именно это я имею в виду. А есть ли какая разница между существованием и присутствием?
Что ж, вы можете говорить о том, каким может быть присутствие, не говоря при этом о существовании. Вот, скажем, если бы вы сказали, вот есть некая идея в мифологии, скажем, о единороге, и каков единорог? И мы можем описывать его различные характеристики. И затем кто-то скажет, ну, теперь я хорошо представляю единорога, но вы когда-нибудь видели его? Другими словами, можете ли вы мне сказать, куда мне идти, чтобы его увидеть? Он не существует. Это воображаемое существо. То есть я не имею в виду, что суть чего-то воображаемое. Но, скорее, просто суть всего описывает, каково же на самом деле то, что мы описываем. Но все равно нам следует задать вопрос. Вот это то, каким оно может быть. Но что же на самом деле существует? И вот что еще следует добавить. Вот есть разница между сутью чего-то и тем, что существует. Но смысл говорить об этом есть относительно всего, кроме Бога. Потому что в случае с Богом нет разницы между Его сущностью и тем, что на самом деле существует. Потому что, принимая в расчет то, каким существом Он является, Он не может не существовать во всей полноте. Что означает, что суть Божества, суть Бога, которую мы можем описать, это не просто некая концепция, которую мы придумали в своем воображении. Есть реальное существо вне нашего разума. Это означает, что он существует, и мы можем его описать. Это отвечает на ваш вопрос? Хорошо. Еще какие-либо замечания, вопросы по какому-либо из этих атрибутов? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.